Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы будем тестировать Варжая 12.12. Он у нас появился в судьбе, появился у нас новый островок. Деревня Вуду, не знаю, кто тут Вуду, но скорее всего тут на Вуду похож больше Варжай и Шаман. В принципе, может из-за этого их назвали так, деревня Вуду. Так, вот такой у нас есть Варжай. Он уже прокачан на максималку, дополнительно бонусом он получает 32 тысячи жизни, это для него очень круто. Вырастает его атака, крит сопротивление, точность, крит повышается, то есть все будет просто огонь. Так, он имеет вот такие вот бонусы, эти все бонусы в принципе собраны вместе, я вам только что показал. Так, отлично, заберем плюшки отсюда. Так, это есть. Вдруг нам не хватит камней. Отлично. Идем смотрим разницу в скилле. Так. Где-то в начале должен быть. Так, вот, ворожай. На десятке он наносит урон равный 380 от атаки, 5 вражеских целей, снижает эффекты лечения, скорость передвижения на 90 на 3 секунды. Также лечит 4 дружественных героя, равносильно 1120% от атаки, убирает все негативные эффекты, увеличивает атаку плюс 30 на 3 секунды, кулдаун 4 секунды. То есть это очень охрененный герой, кто имеет ворожая, и знает о чем, один из топовых героев, нужных на аккаунте однозначно, из топовых хиллеров на сегодня в игре. Так. На 11 у нас растет урон плюс 20%, количество атакуемых целей также, скорость передвижения та же, но у нас добавляется восстановление здоровья плюс 1 цель, это очень круто, уже на 4 опять 5 союзников, сори, он лечит, замахался за сегодня снимать вам видосы, пилю их все время. Так, 1680, 1620 плюс 60%, ну, от атаки восстановления выросло. Также выросла атака, которая проявляется вашим героем, плюс 3%. Кулдаун тот же остался. Так, и на пятерке, на 12, на пятерке говорю. Еще сверху плюс 30%, 5 целей, 1760 уже, и плюс еще 3%, то есть уже 36%. Очень-очень-очень неплохо даже. Так, побежали, поставим его. Уберем отсюда Гаргола. Посмотрим. Так, какого возьмем? Давайте возьмем вот этого. Поставим ему эмблему. Ну, сразу поставим ремку, чтобы сразу включался. Так, соберем его на уклонение. Ангела. Блин, давайте вместо ангела, он и так себя хилить будет неплохо. Вот так вот сделаем. Вот такая вот сборочка у нас будет. Ожог, сразу же ремка включаться будет. Ну, это на случай, если будет рядом какие-то. Можно было и психощит поставить. Так, отлично. Отлично, побежали сливаться. Вот видите, сразу противник. Противник сразу слился, ребят. Он увидел, что я к нему зашел и сразу вошел в сеть, чтобы не позориться. Так, ищем героев. Смотрим. Вот так вот он у нас выглядит. Жестко. Сейчас он будет их тащить, но это опять не точно. Сейчас Некрос его хлопнет в стычке. Так, смотрим. И у меня на нем стоит доспех. Почему доспех? Потому что он увеличивает количество жизни, и довольно-таки для этого героя это проблемно, его сливает очень быстро. Так, вот включился Атлант. Смотрим. Смотрим дерево, Атлант. Что у него по отхилу на сегодня получается? Так, ну Атланта он должен задолбить. Миссует по нему, то есть дополнительно это однозначно плюс, повысились его базовые статы, как видите, уклонение больше, по нему хрен попадает, Некрос ударил. Давай, тащи их, я в тебя верю.
Ну, сложно его. Вот, кстати, вот, наконец-то он убился. Не знаю, что это было, это просто баг. Это однозначно был баг в игре. Так, поехали дальше. Так, Фрейя нам не интересно. Хотя, в принципе, что не интересно? Интересно. Давайте попробуем. Вот как хорошо доспех работает. Ломает заборы только так. Так. Отлично. Минотавр подходит. Смотрим. Минотавр ударил. Так, Купидона надо слить. Успеет слить Купидона? Нет, не успел. Блин, сейчас Купидон зарядит, и нас Бигфут просто поимеет. 48 тысяч отхил уже. Это однозначно круто было. Все, мы слились. Ну, Минотавра унизили. Ёпта. Самый топовый герой. Так, стрелок. Ну, давайте посмотрим против стрелка, как будет работать сейчас уклонение. Ну, вроде как бы держится. Конечно, сейчас у него будут энергию снимать. Не знаю, ли мы успеем зарядиться. Возможно, нет. В общем, плюс, очень большой плюс, это, скажем так, саппорт, да, то есть это герой, который поддерживает вашу пачку. Любая пачка здесь ворожей, с ней очень сложно воевать, потому что он и снимает эффекты, и понижает восстановление ваших героев, поэтому однозначно любое усиление этого героя – это плюс. Так, что тут у нас Анубис есть. Давайте попробуем как-то его выманить. Если получится у нас. Так, ну вроде как бы, смотрите, стрелок валит, башни валят. Он нормально держится. Держится и достойно держится. Это уже однозначно плюс его усиления. Ну и плюс, конечно, на нем же стоит. Вот, не дают ему зарядиться, сволочи. Ну, выстоять против стрелка, против атакующих героев 30 секунд, я считаю, это очень хорошо. Ему не дают просто зарядиться, вот и все. Если бы тут был с воодушевлением, он бы, конечно, включался, но его бы быстрее, думаю, убили. В общем, с данной обновой реально это один из плюсов по героям. Но локация, конечно, не особо порадовала. Пришлось прокачать, слить все книги на синих и зеленых героев, на ихнюю прокачку. Обзоры на них я даже пилить не буду, смысла не вижу. Вот против Фрейя сейчас воюем. Вроде тоже неплохо держит урон. Вот у нас вражеский 48 тысяч, да, вот это сейчас его отхил. Был, по-моему, 43, если не ошибаюсь, в районе 40. А сейчас намного лучше. Ну, против Фрейя вы не повоюете. Так. Идем на арену. Поищем что-то на арене. Потестим его, как он будет на арене восстанавливать. Так, вызов, добавить, окей, создать команду. Нету у нас тут ворожея. Интересно будет также Медузу посмотреть. Медуза тоже будет интересная. Там добавляется очень неплохой у нее бонус. Она замедляет еще дополнительно героев на 50. Это очень круто. А кого я добавил? А, вот он. Думаю, кого я добавил. Так, смотрим. Один против пачки. Тоже ворожай вражеский есть. Ну, урон держит. Отлично просто. Миссы, как видите, проходят благодаря судьбе очень и очень хорошо. Ну, тут стыковка, его столько сливали. Окей. Сейчас я тебе припомню. Я сейчас сделаю так вот. Вот так. Опа. Ну, давай, покажи теперь класс. Сейчас только чих-пых. И все. И до свидания. Вот, то есть основная его задача — это отхил ваших героев, там снятие всяких дефектов, дебафов, хуяфов и прочей херни. Но
То, что этот герой имбовый, он один из крутых хилеров. Да, появилась там Фрея, она как бы стала круче него, но она не делает того, что делает ворожей. Появился огневик, огнекрыл, который, по-моему, на сегодня сейчас, судя по обзорам, по всему, если вы смотрели внимательно, это просто, просто жесть полная в игре. Так, что там? Ну-ка, давайте, кто кого. Сейчас он включится. Ну, как-то, видите, героев рядом нету, он туда просто не достает. А камень он своим скиллом не может бить, он бьет только героев. Вот это тоже плюс, это очень, очень классный плюс этого героя. Ладно, вернемся к ворожею. Он сейчас хилит уже 5 целей, и 5 целей это однозначно тоже очень большое преимущество. Если раньше там было 4, он подхил кому-то не давал, еще что-то, то сейчас уже 5 целей, плюс вырос немножко хил, отхил его, это плюс. Это один из первых героев, который я вам советую качать. Вы можете его не качать на 12, прокачайте на 11. Там на 11 скилле добавляется одна цель, этого вполне хватит. Если у вас есть вариант, вы не знаете, кого качать, однозначно прокачивайте в топ ворожея. Как и других предыдущих героев, я тоже вам показывал, кого стоит качать. Но ворожей — это один из тех героев, которого надо просто качать, качать и качать. И чем лучше у него будет прокачка, тем больше шанс, что вы не сольетесь на какой-то пачке, в какой-то локации. В принципе, все. Вот такой вот обзорчик. Я вам уже кучу обзоров затестировал ворожеев. Там, где как применять, вы знаете. Просто решил показать вам 12 умение. Изменение, оно однозначно идет в плюс. Но можно прокачать 11. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Не будьте рельнубами. Всем пока. И не ставьте исцеление. Ни в коем случае.